Всем привет, подключаемся, я сейчас приду. Привет, ребятки! Всех рада видеть! Сейчас у нас будет проходить очередной день вручения подарков. Сегодня день 3, завтра день 2, день 1. У нас еще 3 дня в прямом эфире мы дарим подарки. Круто, круто, да? Так. Ну что, мы начинаем? Сейчас все подтянутся. Сейчас потихонечку, потихонечку все подтянутся. Я думаю, что еще все гуляют. Хочется халатик. Кстати, да, сегодня у нас 10 боксов ореховых паст Ох май нас. Сегодня у нас гриль Борг. Сегодня у нас халатик от Виктории Секрет. И сегодня в прямом эфире я подарю бокс Ох май нас. Вкуснейших наших паст среди тех, кто в прямом эфире и кто подписан на всех. То есть я подумала, что есть же те люди, которые реально выходят в прямой эфир, которые ждут, которые очень-очень хотят выиграть приз. И мне кажется, будет честно, да, если вы подписались на всех, вы сидите в прямом эфире и ждете, ну почему бы не разыграть среди вас тоже какой-то классный подарок, правильно? Вот, нравится вам такая идея? Отлично, вот я тоже думаю, что отлично, поэтому если вы еще не подписаны, прямо сейчас бегите, подписывайтесь, у вас еще есть на это время, мы начнем с боксов. Так, в профиле принимаются, как в правилах. Сейчас у меня выйдет помощница. И мы начинаем. Мичка спит сейчас на улице с папой. Я с ними гуляла. Сейчас Сёма меня подменит и погуляет с ними, пока я вам буду дарить подарки. Так. Так, ну что, мои дорогие, таблицу сейчас я выгружу. Вот она уже выгружена, вся табличка новая. Табличка выгружена. Значит, смотрите, таблица выгружена. Я сейчас сделаю генератор случайных чисел, и мы с вами начинаем. Вот у меня здесь есть мой генератор, я его обновлю. Кто-то меня вчера спрашивал по поводу генератора, типа, случайное число РФ, он что, выбирает только подписчиков из РФ? Ребят, подписчики у меня в этой таблице. Как генератор может знать, кто из какой страны подписчик, если он просто генерирует цифру от одного до той цифры, которая нам нужна. Он просто выдает номерки. Он понятия не имеет, кто под каким номером в нашей таблице. Эти две вещи, они никак не соприкасаются, понимаете? Вот, поэтому это просто он так называется. Мне он нравится, он такой черно-беленький, симпатичненький, и все. Вот, как мы будем с вами выбирать человека, который просто выиграет набор паст? Среди комментариев я вам скажу. Итак, ребята, сейчас среди комментариев мы разыграем одному из вас, если вы подписаны на всех моих друзей в разделе подписка, мы разыграем бокс. Вот, и все. Так, я принимаю. Сейчас подключится Яна. Она мне будет помогать, чтобы все прошло быстрее. Яна, привет! Здравствуйте, привет. Привет, привет. Вот мы начинаем. Смотрите, ребят, уже на конкурсной страничке есть ссылочка на табличку. Табличку да, лучше всего открывать. Таблицу лучше всего нам открывать через компьютер. Вот, там она точно найдет вас. Если вы подписаны на конкурсный аккаунт, то вы обязательно там есть.
Если вы подписались только на конкурсный аккаунт, мы выбираем вас, то мы в прямом эфире проверим. И если вы на другие подписки не подписаны, то, к сожалению, подарок мы будем перевыбирать. Вчера мы так, у нас была такая ситуация с девочкой, которая подписалась только на вот этот конкурсный аккаунт, а на другие не подписалась. И поэтому, к сожалению, мы ее не выбрали. Итак, сегодня мы с вами в прямом эфире подарим кому-то из вас, мои дорогие, 10 боксов вкусных, полезных, крутых паст нашего бренда Oh My Nuts. Сегодня в прямом эфире мы подарим грильборг, и сегодня в прямом эфире мы выберем победителя, который получит пижамку от Victoria's Secret. Завтра у нас будет еще больше подарков, еще круче подарки, поэтому это уже завтра. Сегодня вот такие вот подарки, и, конечно же, в конце мы подарим тем людям, которые в прямом эфире, мы среди вас разыграем бокс Oh My Nuts, такой же бокс, такую же коробочку. Я рандомно просто выберу одну из вас среди комментариев, вы будете быстро-быстро писать, я пальчиком нажму, выберу одну из вас и назову никнейм. Мы проверим, подписаны ли вы на наши подписки. Если вы подписаны на наши подписки, то все, welcome, вы победили. У нас на конкурсном аккаунте 94 подписки, потому что конкурсный аккаунт это и есть 95-я подписка. Все просто. Итак, мы начинаем. Табличка у меня уже выгружена новая. Вот, видите, новая табличка, все, она выгружена. Сейчас мы будем выбирать номерки, и Яна мне в этом будет помогать. Ян, ты будешь проверять, ладно? Да, 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 хорошо. У тебя выгружена табличка, да, все да, есть? Да, таблица уже выгружена. Все, значит, ты будешь считать людей, я буду тебе называть никнейм, ты будешь считать людей, да? Да. Супер, я готова. Мы начинаем. Итак, сейчас мы сгенерируем сразу 10 бьюти, ой, бьюти, господи, 10 боксов ореховых паст Oh My Nuts, которые к вам отправятся, мои дорогие. Единственное условие – это подписаться на всех друзей в разделе «Подписка» на моей официальной странице. И все. Если вы этого не сделали, то сделайте это прямо сейчас, и тогда у вас будет шанс завтра выиграть много других призов. Если же вы сделали, то сейчас, возможно, именно вы будете наслаждаться победой и заберете свой приз. Точнее, мы его отправим вам прямо домой. Ну что, погнали? Случайное число. Все готовы? Тогда нажимаю я. Вот, видите, вверху это я, моя рука, и мы сейчас будем сгенерируем число. Вот такие вот цифры у нас сегодня победили. Итак, начнем. 47-51. Ctrl F. 47-51. Ой, 51. 47-51. Так, Яна, вот. Левинская 87. Да, я уже ввела. Вот аккаунт. Верно введено. Так. И сейчас проверяем подписки. Давай. Так, проверяй подписки, я пока ее записываю. Есть одна личная фотография, которая загружена в 2019, то есть не на момент начала розыгрыша, но только одна. Мы такое принимаем? Да, конечно, конечно. Хорошо. Это же мой аккаунт, все хорошо. Ну, считаем тогда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 95. Все подписки есть. Значит, ура! Да, ты прям можешь писать ей, поздравляю вас, прям написать, сделай.
Да, хорошо. Да. Прям пиши. Поздравляю вас, вы выиграли бокс ореховых паст of my nuts. Да. Так, я поняла, нам проще так найти. Начальный номер не просто найти. Вот. Так, мы написали. Мы написали, ура. Так, следующая вот девочка Анжелика, Анжелика 1599. Номер у нее, сейчас я вам скажу, какой. Да, номер. Номер 467. А, сейчас. 467. Так. Следующий номер 428. Сейчас найду. Там точка. Вот аккаунт. Так, мы нашли. И сейчас будем проверять. Тоже есть личные фото. Угу. Ну, видно, что аккаунт живой. Проверяем подписки. Да. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Покажите номерки, которые выиграли. Вот, смотрите. 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Все подписки есть, тоже поздравляем. Ура, поздравляем, пишем ей. Можно ты просто скопируй тот текст, который мы до этого вставляли, и просто вот написать ей. Да. Так. О, если вы подписаны были, то у вас обязательно должен быть наш номер свой присвоен. Вот, поэтому так. Все, кто участвовал в конкурсе, у всех у вас есть номерки, девочки. Если вашего номера нет, то вы, наверное, вот только-только-только прям подписались. Вот, поэтому вашего номера нет. Так. Следующий номерок. Следующий номерок 428. Кристина Самара. Угу. Так, я пока других выписываю. 14 318. Так, там нижнее подчеркивание. Вот аккаунт. Смотрим. Есть личные фото. Аккаунт тоже видно, что живой. К примеру, загружено в 2019 году, то есть не на момент начала розыгрыша. И мы считаем подписки. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят восемь, шестьдесят девять, семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Поздравляем третьего победителя. Мы тоже нажимаем написать. Ура!
Поздравляем, пишем да. победителю. Девочки, напоминаю, что в конце, в прямом эфире, те, кто будут, мы среди вас тоже разыграем бокс с подарком. Вот, все, что нужно, это дождаться конца эфира и быть подписанных на всех пишем комментарии. Вы быстренько пишите комментарии, и я скажу стоп. Так, смотрим следующее. 6195. Так. Да, 6195. Угу. Вот тут получается в таблице этот номер. А, нет, это не 195, вот 195. Не тот ввели. Так. Так, 61-95, да, вот это? Ага, да. Да-ри-ри. Ри-ари. Ага, да. Вот аккаунт. Личные фото, тоже видно, что живой. Считаем подписки. Да. Ура, ура! Я вас так поздравляю, девчонки! Вы такие молодцы! 7, 8, 9, спасибо вам за участие! Спасибо вам за веру! Я так рада, что сегодня я подарю свои ореховые пасты вам, что они уедут к вам. Мы абсолютно бесплатно все отправим, все сделаем для вас. Вы просто получите наши пасты за то, что подписались на всех, и будете ими наслаждаться, мои дорогие, мои любимые. 6, 7, я прям так счастлива этому. И мне пасточку обязательно, всем. Дождитесь конца прямого эфира. Просто будьте подписаны сейчас на всех моих друзей, и будет вам паста тоже. Так, мы пока продолжаем. Считаем все. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Тоже есть все подписки. Поздравляем победителя. Ура! Дарья, поздравляем! Дарья. Обязательно пишем ей сразу. Да. Вот отправили. Так. Следующий номер. Угу. Так, 14418. Вот он. У нас все честно. Вы знаете, что у меня всегда все честно, все кристально, прозрачно, чтобы вы все видели. Я подписана. Молодец, что подписана. Значит, завтра у тебя еще есть шанс выиграть огромное количество подарков. Девчонки, еще завтра и послезавтра. Скорее всего, завтра я уже разыграю iPhone. Потому что на последний день мы оставим 5 чемоданов. Один из них секретный чемодан. Либо деньги, либо подарок, который находится в чемодане. Вот. Ну и завтра я разыграю iPhone, боксы Letik, боксы Oh My Nuts, кофемашину, подарки от Victoria's Secret. В общем, завтра будет очень много подарков. Обязательно подписываемся, чтобы не пропустить. Всего осталось сегодня, сейчас розыгрыш, мы сейчас разыграем. Завтра и послезавтра. Все, послезавтра последний день, и на этом мой конкурс заканчивается. Как минимум до сентября. До сентября. Только в сентябре на свой день рождения я проведу еще один конкурс. До сентября все, больше ничего не будет. Поэтому сейчас нужно обязательно поучаствовать. Все, кто хотели, обязательно участвуем. Так, тут всего лишь одна фотография, и она не личная. Ну, как бы тут только растение. Мы, наверное, такое переизбираем, получается. Покажи, покажи. Вот. Тут только вот фотография растения. Совсем нет личных фото, и в отметках тоже. Угу. Такое переизберем тогда? Ну, я не знаю. Посмотри, на кого она подписана. Ну, давайте. Так. Раз, два, три. Ну, понятно, что она подписана на всех. Просто хочется понять, это живой аккаунт или нет. Ну, в принципе, мне кажется, что... Ребят, как вы считаете? Стоит оставить или нет? Живой аккаунт? Стоит оставить такой аккаунт или нет?
Что там еще за подписки? Покажи пониже, вот, которые, на которых не наши. Ну да, вот. Вниз, вниз, вниз полистай, я просто посмотрю, что это. Обычные люди, обычные друзья ее. Ну да, тут, видимо, есть и друзья, и какие-то другие еще. Угу. Считаем. Не, мне кажется, нормальный аккаунт. Ну что, ну просто у нее там 30 человек на нее подписаны. Угу. Не переизбираем. Мне кажется, что абсолютно адекватно. Там она подписана на своих друзей, поэтому есть люди, которые не хотят выставлять свои фотографии, но они участвуют, все делают честно, они на всех подписаны. Да, я такое считаю, бывает. Что, да, что можно оставить. Тогда считаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
подписана. Я специально ты листала, и я внизу увидела, что она на меня подписана. Да, да, там было видно. Сейчас. Найди там у Женечки Кривцовой аккаунт с галочкой, его сразу заметно. Вот она, красотка, все подписано, она на меня, поэтому я считаю, что видно, да, что там еще на кого-то она подписана, что это могут быть просто друзья, почему бы и нет. Да, вот, спасибо. Есть люди, которые как бы активные, они пишут комментарии, но они просто не ведут свой блог. Не все ведут свой блог. Так, написали. Меня нет в списке. Почему? Вы должны быть в списке. Откройте, пожалуйста, с компьютера и посмотрите еще раз. Потому что если вы подписаны на всех, то вы есть в списке 100%. Вот часто так говорят, меня нет в списке, потом мы тратим время, проверяем, и оказывается, что вы есть в списке. Дабы, чтобы этого не было, пожалуйста, проверяйте через компьютер. Так, следующий номер. 3920. Да. Так. Так, вот он. Вот тут в таблице 3920. И вот он. Мы ввели. Тут есть личные фото, видно, что живой аккаунт, и мы считаем подписки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Давайте, ребята, побеждайте! 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Все подписки есть, тоже поздравляем победителя. Ура, 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 поздравляем победителя. Обязательно пишем победителю, что он выиграл. Мы всегда пишем сразу же победителям, что они выиграли, сразу при вас это делаем. Вот, это очень важно, чтобы победитель сразу увидел, что он что-то выиграл. Так, следующий номерок. 10836. Сейчас я попробую телефон включить. Так.
Вот он в таблице, 10836. А я, пока мы ищем номеров, еще раз повторяю, что сегодня в прямом эфире, те, кто будут находиться в прямом эфире, среди вас я разыграю коробочку Past Oh My Nuts. Ребятки, все, что нужно сделать, это ждать до конца прямого эфира, следить, надеяться, верить и обязательно подписаться на всех моих друзей в разделе «Подписка». То есть вы сейчас можете выйти, если вы хотите поучаствовать, подписаться на всех, вернуться и дождаться конца эфира. Каждый день в прямом эфире я буду дарить коробочку Past Oh My Nuts. Возможно, завтра еще что-нибудь подарю вам в прямом эфире. Только для тех, кто будет в прямом эфире, мы делаем такие дополнительные няшки, потому что вы реально те, которые не только подписались, да, но еще активно ждете, смотрите прямой эфир, вы реально те, которые хотите выиграть. И я хочу сделать для вас дополнительный шанс, такой офигенный, чтобы вы выиграли. Мне очень хочется, чтобы максимальное количество людей выиграло подарки. Особенно те, которые вот активные, которые прямо сейчас сидят в прямом эфире, верят, надеются, ждут, очень хотят пасту, которые вот прям ждут этого. Я очень хочу, чтобы вы выиграли, мои хорошие, поэтому для вас я делаю такую фишку. Давайте завтра еще кто-то в прямом эфире, одному я разыграю, получит пасту, кто будет подписан на всех моих друзей, да, и будет в прямом эфире. И также, кто будет в прямом эфире и подписан на всех моих друзей в разделе «Подписка», я подарю одни часы. Мне кажется, это справедливо, да? Вот. Если мы будем выбирать не только по номеркам, но еще и в прямом эфире среди тех, кто активно участвует и приходит. Мы считаем, так, 80, 81, 82, 83, мне наконец-то включился телефон. 90, 91, 92, 93, 95. Все подписки есть. Ура! Поздравляем победителя. Тут видно, что живой аккаунт. Так. И мы сразу пишем. Вот. Так, следующий номерок. Следующий номерок. Сейчас я вам покажу следующий номерок. Еще раз смотрим. Вот. 3536. Так. 3536. Так, вот он в таблице. И сейчас проверим. Все, финишная прямая, мы уже заканчиваем, проверяем, 10 боксов, дальше мы разыгрываем гриль и разыгрываем пижамку. Начнем с пижамки, потом гриль, и потом среди вас выберем одного победителя, которому отправим ореховые пасты Oh My Nuts. Все, что нужно сделать, это ждать конца прямого эфира и быть подписанным на всех моих друзей в разделе «Подписка». Сейчас я вам еще раз покажу, что это значит. Вот у меня есть главный аккаунт, вот здесь находятся мои друзья в разделе «Подписка». Вам просто нужно подписаться на них, и вы сможете уже сегодня попытать возможность в прямом эфире выиграть баночку, целый набор баночек ореховых паст Oh My Nuts. Если вам не повезет сегодня, то завтра у нас тоже будет прямой эфир. И завтра также в прямом эфире я разыграю целый набор ореховых паст моих любимых, которые я сама создаю, бренда Oh My Nuts. И еще часы. Часы, которые стоят около 10 тысяч рублей. Там 9900. Короче, около 10 тысяч рублей в прямом эфире. Также завтра по номеркам, тем, кто подписался на всех моих друзей, вы сможете выиграть огромное количество подарков. Завтра будет подарков еще больше, чем сегодня. Каждый день я увеличиваю. То есть сегодня, завтра и послезавтра в прямом эфире, только в прямом эфире я при вас показываю. Мы выгружаем номерки. Вот у нас есть таблица всех-всех-всех участников. Мы выгружаем. Мы в генераторе случайных чисел вводим от 1 до 16 097. Завтра вас будет еще больше. Сгенерируем, выбираем вот эти номерки. И все, он сам вот дает вот эти номерки. Мы проверяем всего лишь, что мы делаем сейчас, да? Мы находим номерок, вот который нам дал случайные числа. Они не знают, какие у нас номерки в таблице. Вот, мы находим каждый этот номер.
мы его вот так вот выписываем, видите, вот здесь вот все номерки и никнеймы выписаны. После этого мы каждый никнейм проверяем, чтобы он был подписан на 95 моих подписок. Если он подписан на все мои подписки, это все, что нужно сделать, только подписаться, и у вас есть уникальный шанс выиграть огромное количество подарков. То все, вы победили. Если, например, вы подписались, но не на всех, то, к сожалению, мы переизберем и выиграет кто-то другой. Все на самом деле очень просто. Я, вы знаете, да, делаю не часто такие конкурсы, но с большим удовольствием и любовью к вам. Поэтому все, что нужно сделать, это подписаться. Вот, смотрите. Это мы с Миюшей дарим вам подарки. Мы поздравляем еще одного победителя, которому уже посчитали подписки, и смотрим следующего. Там получается номерок 12155, да? Все, следующий номер, да? Да, 12155. Да. Так. Как у вас настроение? Скажите, пожалуйста, пока мы проверяем, кто верит в победу, кто верит, что вот-вот заберет свой приз и выиграет. Пока мы проверяем, давайте еще немножечко поболтаем. Женечка, ты такая умница. Спасибо большое. На самом деле, я всегда очень стараюсь. Я действительно выбираю крутые подарки. Представляете, мы купили огромные чемоданы, в которые мы положили. У нас есть целый большущий чемодан, в котором много сладостей. Второй большущий чемодан, который полностью забит женскими всякими няшками. Там и плойка, и сумка, и много-много косметики, и уходовой, декоративной косметики, очень дорогой. Там и Живанши, и много всего другого, и Герлен, и много всего другого. Следующий чемодан, это чемодан полностью наполненный книгами, девочки. Там, я не знаю, книг, наверное, 30 или 40 находится. Он безумно тяжелый, но это книги, которые я читала, и которые я считаю, что они крутые. И они вот реально, если вы хотите изменить свою жизнь, то вообще мудрые люди, люди разумные, люди, понимающие, к чему нужно идти, да, как нужно развиваться, они очень много читают. И я все время говорю, что нужно очень много читать. Чтение и вообще всякие курсы, да, это вклад в себя, в свое развитие, в свое будущее. Вот, поэтому я сделала такой чемодан. Мне кажется, еще никто не дарил чемодан с книгами. Я сделала для вас вот такой чемодан с книгами. От наших детей, от Мии, Арсюши и Феди, мы собрали целый чемодан игрушек. Просто целый-целый чемодан игрушек. Ребят, вы можете себе представить? Он отправится одному из вас. Представляете, вот реакцию вашего ребенка. Да даже не ребенка, даже взрослый с удовольствием бы захотел владеть таким чемоданом игрушек, полностью набитыми. И один чемодан секретный. Секретный чемодан. Тот, кто выберет, я спрошу его: дорогая моя, что ты хочешь? Чемодан, в котором находится секрет, и ты не знаешь, что там, либо деньги. И она сама выберет, заберет деньги, либо чемодан, в котором кое-что находится. Вот такой вот секретный чемодан. Это тоже моя находка, я такое придумала, мне показалось, что это очень интересно. Просто хочется все время разнообразить, да, вот нашу игру, конкурс. Я вот решила разнообразить тем, что каждый день выхожу в прямой эфир и дарю вам подарки. За это время мы будем общаться с вами как-то там. Ну что там? Да, мы посчитали, все подписки есть, тоже поздравляем победителя. И у нас получается последний номерок. Да, последний номерок, сейчас я вам покажу. Да. Какие вы у меня молодцы. Какие вы у меня реально молодцы, ребят. 13765. Вот девушка пишет, что нету ее в номерках. Вот давайте вот мы сейчас только одну вас вот проверим, хорошо, чтобы мне потом не писали, что вот кого-то нету. Ребят, если вы себя не можете найти, это не значит, что вас нету. Вы просто вот действительно... Ну, как бы отвлекаемся, тратим время, вместо того, чтобы посмотреть. Если вы подписались на конкурсную страницу и на один еще секретный, вот. Дамас. Вот, смотрите, вы, Дамаш Киевич, вот, видите? А вы говорите, что вас нету.
Вот так очень многие говорят, а меня нету. На самом деле вот так вот все есть. Я просто на вас только показываю, потому что вы раз пять уже написали в прямом эфире, что вас нету. Хотя вы и есть. У нас все честно, девчат. Ну вот правда, я очень искренне стараюсь для вас. Я честно подбираю подарки, я честно все всем отправляю, я честно выгружаю номерки, мы честно все делаем. Вот. И когда вы говорите, что вас нету, а вы есть, вот, посмотрите, ну вы же есть, у вас есть свой номер. Вот. Все абсолютно честно. Поэтому, если просто вы себя не можете найти, например, в телефоне, я говорю, что лучше смотреть, конечно, номерки через компьютер, тогда вы точно себя найдете, потому что иногда телефон может подтупливать. Все есть, все, кто подписывался, вы все там есть. Если вы пришли, значит, вы верите мне, я все делаю очень искренне всегда, от души, я реально придумываю каждый раз какие-то интеграции. В этот раз вот придумала каждый день выходить в прямой эфир, чтобы радовать вас, чтобы с вами общаться. Вот. Мы поздравляем. Поздравляем еще одну победительницу, да. Да, получается, что последний из паст. Вот. И одного в прямом эфире. Так, вот, в прямом эфире мы разыграем в конце. Угу. Да, получается, сейчас мы разыграем. Алло, все здесь? Да-да, пропадает. Так, все здесь, все. Так, сейчас мы разыграем одного человечка, кто получит пижамку. Давайте я нажму, сколько раз нажать, чтобы потом сгенерировалось правильное число. Давайте, напишите, 5 раз нажми, там, 7 раз нажми, там, 10 раз нажми. Всем удачи. Зависло немного, сейчас развисим. Напишите любую цифру, вот которая первая, я сейчас увижу, такую мы и сделаем. 6. Вот я вижу первую цифру 6, поэтому с нее мы и начнем. Вот, чтобы вы не думали, что я придумываю, вот, видите, первая цифра была 6, до этого никто не писал, и потом уже пошли 3, 3 и там дальше, вот, поэтому у меня все честно, специально вам все показываю. Значит, считаем, 6 раз нажимаю, на 7 раз вылезает победитель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, 7 раз. 13 373. 373. Да. Вот она, таблица. 13 373. Да, и сейчас найдем. Евгений, вот. Угу. Так, халатик пишем. А, нет, пижамка. Вот, получается, аккаунт. Есть личные фото. Угу. Аккаунт живой. И мы считаем подписки. Мне кажется, это мужчина, да? Да, да, да. Ой, представляете, он своей девушке выиграл вот этот пижамку. Угу. Считаем. Очень классно. Раз, наверное, два, это три, девушка, три, на самом деле, эта девушка хотела очень выиграть, и она подписалась и от себя, и от мужчины. Так часто делают, подписывается от себя, и от мамы, и от папы, и от мужа, там, от всех, главное, чтобы выиграть. Все, пижама ушла. Пижама ушла, надежные, мужские, руки. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Все подписались, все поздравляем. Ура! Ура, ура, ура. Так, ребятушки, в прямом эфире буквально через 5 минут мы разыграем целую коробку ореховых паст Oh My Nuts. Единственное условие – это быть в прямом эфире и подписаться на всех моих друзей в разделе «Подписка».
И у вас будет шанс выиграть прямо сейчас и прямо здесь и порадоваться вместе с нами набору ореховых паст. Ну что, вы готовы? Единственное, это еще мы, наверное, выйдем с вами в прямой эфир и увидим вашу радость. Поэтому прямо сейчас, если вы еще не подписаны, срочно подписывайтесь. И вот-вот мы уже все разыграем. Так, что там у нас дальше? Гриль. Гриль. Девочки, давайте считаем, сколько раз я нажимаю, после чего мы выбираем гриль. А я сфотографирую, чтобы вы видели. Цифру пишем. Завтра номерки поменяются. Да, девочки, завтра номерки поменяются, конечно же. Давайте уже. Цифру пишите. Кто выиграет гриль? Давайте, давайте, давайте. Цифру пишем. Цифру, цифру. Я жду цифру. Пишем, сколько раз генерировать. 5. Вот, первое число 5. Я вам показываю. Вот, видите, первая девушка была. Она написала 5. До этого никто не писал никаких цифр. Вот, первая девушка была. О, кстати, много пишут 5. Практически все пишут 5. Прикольно. Мы с вами на одной волне. Итак, значит, 1, 2, 3, 4, 5. 88, 24. Угу. Ищем. 88, 24. Так, вот он в таблице. Довлятова. Довлятова. Вот в таблице. Гриль. Ввели. Это вот гриль, это... девочки. Есть личные фото. И мы считаем подписки. Так, мы сейчас считаем подписки. Пока мы считаем подписки, буквально через несколько минут, прямо здесь, в прямом эфире. Прямо здесь, в прямом эфире, мы сейчас разыграем среди вас ореховые пасты Ох Майнас. Девчонки, все, что нужно сделать, это быть сейчас в прямом эфире. И второе условие 45, 50, 50. Это быть подписанным на 95 моих друзей. Прямо сейчас я задам какой-нибудь вопрос. Тот, кто первый напишет правильный ответ. 73, 74, 75. Тот, кто первый напишет правильный ответ на этот вопрос. 6, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Мы проверим, подписана ли ты на всех, твой никнейм. Если ты подписана на всех, то прямо сейчас ты получишь от нас ореховую паст, набор ореховых паст Ох Май Натс. Прикольно, я подумала. Да, очень здорово. Мы поздравляем победителя, который выигрывает гриль. Ура! Есть все подписки. Так, все, сейчас мы начинаем. Самое интересное, да? Всем удачи. Итак, всем удачи. Как нам сейчас сделать? Можешь, пожалуйста, сейчас открыть прямой эфир, чтобы люди видели, от кого придет правильный первый ответ? Давай? Да, давайте сейчас. Так, прямой эфир. Вон. Комментарии нам вот пониже, чтобы были видны комментарии. Вот какие сейчас будут у тебя, не у меня, а у тебя, такие мы и зафиксируем. Угу. Итак, готовы? В каком году я... Давайте я сейчас здесь напишу правильный ответ, чтобы вы не думали, что мы там кого-то другого засчитаем. Сейчас, секундочку. Вот телефон. Вот, видите, я его держу. Я его просто разверну. Здесь уже написано. В каком году я вышла замуж? Смотрим. 2010, 2012. Какой написано? 2015. 2006, 2005, 2017, 2018. Нет,
2012, 2011, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. Угу. Кто была она? Так, сейчас. Первая, я видела. Вот, 2013, Любочка. Вот, вот Любимка. Любимка, вот, в 2013 году. Да, все правильно. Так, проверяем Любимку. Угу. Подписана ли Любимка на всех? Так, смотрим. Стоп, хватит писать. Мы видели, что первая была Любимка. Так, вот он аккаунт, Любимка05. Любимка05, была права. Нажимаем, личный аккаунт и считаем подписки. Сейчас, секундочку, я сейчас подойду, угу. У меня вот 10 пришли. Мы пока ждем. Так. Я здесь, мой хороший. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Слушайте, а давайте еще один бокс разыграем, а? Ну, коль пошла такая жара, хотите еще? Я так, блин, люблю вам подарки дарить, дорогие мои. Сейчас мы проверим, здесь выполнила ли она все условия. Если да, то разыграем еще один бокс. Давайте. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Хотите еще, да, бокс? Сейчас будет еще какой-нибудь. Один вопрос. Все подписки есть и поздравляем. Супер, то есть она была подписана на всех, да, и она была в прямом эфире. Любимка! Напиши мне, пожалуйста, сейчас выйдешь с нами в прямой эфир буквально на минуточку и вообще покажешь свои эмоции. Та-да-да-дам! Так, где наша Любимка? Так. Ты ушла, что ли? Может быть, ей позвонить по видеосвязи? Давай, набери. Так. Привет, привет. Пока, пока. Привет. Здравствуйте. Привет, моя дорогая. Ты молодец, ты была первая. Ты подписана на всех. Ты в прямом эфире. Я тебе отправляю наши вкусные, очень полезные натуральные пасты. Ох, май нац. Спасибо большое. Мы очень рады. У меня дочка здесь. Личико покажи. Привет! Ладно, якобы. Мы вас поздравляем. Спасибо, что ты была в прямом эфире. Спасибо, что ты участвовала. Спасибо, что ты выполнила все-все условия. Мы сейчас тебе напишем на этот аккаунт и попросим от тебя, чтобы ты прислала фамилию, имя, отчество, адрес, телефон. И полностью там с индексом совсем, и мы тебя отправим в наши полезные вкусные пасты от нас в подарок совершенно бесплатно. Мам! Привет! Привет! А ты им заказала что-то? Подожди, Арсюнечка, отойди, пожалуйста, я сейчас доведу прямой эфир, мы поговорим. Сёма, забери, пожалуйста, Арсеньку. Вот, спасибо тебе большое за участие, спасибо, еще раз поздравляем все вместе тебя, огромной нашей инста-семьей, с победой, ты большая молодец. Спасибо большое. Пока! Пока! Так. Арсень, выйдите, пожалуйста, выйдите, пожалуйста. Миюша, иди сюда, иди ко мне, моя девочка, иди ко мне, иди. Привет, Митька, ты проснулась? Ты проснулась? Итак, давайте еще раз, да?
еще. Я решила, что мы разыграем еще один бокс. Ян, давай еще один бокс. Да, давайте. Ты что, недовольна? Да. На, держи, тебя, держи. Итак, я сейчас задам еще один вопрос. Так, сейчас в эфир зайду, чтобы было видно. Все, что вам нужно сделать, это быть подписанным на всех, да, моих друзей, и быть в прямом эфире. Ой, ты боже мой. Какая-то. Так, какой бы вам такой вопрос задать? Давайте. А, какой-нибудь простой, 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 простой. Сейчас, 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 подождите, вы меня застали врасплох. Какой вопрос задать? Секундочку. Сорок оригинальных вопросов. Ладно, обойдемся без 40 оригинальных вопросов. Итак, о! Нет, долго будете гадать, вы этого не знаете. Нужно что-то попроще. Что придумать, а? Я не была к этому готова просто. А, так, какой-нибудь хочется просто вопрос, может, задать. Какой-нибудь простой. Про вас, про вас, про меня, да, вопрос? Ладно, вопрос про меня, про меня, про меня, про меня. Давайте. Какое у меня... Так, показываешь, да? Какое у меня первое образование? Какое у меня первое образование? Музыка. Нет. Так. Ну, образование такое, прям с дипломом, профессиональное. УФС на связи. Да. Журналист. Правильно, журналист. Журналист, да. Вот. Журналист, правильно, журналист, вот молодец, 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 молодец. Кто-то пишет, журфак, молодцы, мои хорошие, как вы меня хорошо знаете, мои вы кошечки. Ведущая. Так, Маша, ну, это... журналист это и есть ведущая, я вообще журналист теле- и радиовещания, да. Кто был первый, сейчас проверяем. Маша Найденович, сейчас найдем и проверим. Так. Давайте, Машенька, я надеюсь, что ты подписана на всех моих друзей. И ты сегодня сорвешь кошку. Девчонки, смотрите, завтра у нас будет с вами снова прямой эфир. Завтра в прямом эфире будет очень много подарков. А, также мы будем разыгрывать, мы выгрузим новые номерки. А, где найти ваши номерки? Меня сейчас многие спрашивают. Давайте я вам покажу, где вы можете видеть свои номерки. Сейчас мы все откроем, и я вам покажу. Вот на этом конкурсном аккаунте вы можете видеть наши, ваши номерочки. Все очень просто. Завтра будет iPhone. Завтра я разыграю iPhone. Кто хочет iPhone, присоединяйтесь. Если, например, вы смотрите эфир и не понимаете, что происходит, то вы еще можете поучаствовать. Завтра и послезавтра я дарю много подарков. В прямой эфир мы выходим. Генератором случайных чисел выбираем. Все, что нужно сделать, это на моей главной странице подписаться на 95 моих друзей. И вы в теме. Следующий мой конкурс будет в сентябре. Где-то на мой день рождения. До этого уже ничего не будет, поэтому участвуем все, все, все. Итак, рассказываю вам, что я хотела сказать. Также в прямом эфире завтра мы с вами вместе будем выбирать еще победителя. Спасибо вам большое. Здесь собрались очень теплые, приятные люди, с которыми очень мне приятно находиться вместе. Вот. Да. Завтра, значит, мы в прямом эфире разыграем еще набор ореховых пастов Майнат. И еще я обещала, среди тех, кто будет в прямом эфире, мы разыграем часики. Во сколько завтра будет прямой эфир, вы посмотрите и узнаете у меня в сторис. И все, что я буду завтра дарить, я также вам покажу в сторис.
Мы поздравляем победителя, все подписки есть. Ура! Давай ей позвоним. Да, ура, давай. Мия хлопает. Ура, 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 ура. Хлопай, хлопай. Давай, давай, хлопай. Как Мия хлопает. Ура! Хлопает Мия. Ура, да? Ура, вот так вот. Поздравляем, поздравляем. Привет! Так, а ничего не слышно. Привет! Не слышно. Давай перезвоним еще разочек. Так, мы сейчас вам перезвоним, не слышно. А, привет, ты хотела сказать, да, моя девочка? Миюша, ты такая хорошенькая. Такая ты красавица. Такая ты девочка маленькая. Да, моя девочка, это вообще... Я так хотела девочку. Знали бы вы, как я хотела девочку. Как я о ней мечтала. Для меня прям это мое счастье. Мне не хочется ни на секунду расставаться. Я очень люблю мальчишек. Я их люблю не меньше. Ну просто мальчик есть мальчики. А девочка, это такое девочка прям. Ответа нет. Ответа нет. Теперь не берет. Так. Давайте еще раз. Ну, возьми же ты телефон, это Мия звонит тебе. Это Мия звонит. Привет! Очень плохо слышно. Мы тебя поздравляем, ты была первая. Ты выиграла от нас ореховые пасты, ох, ой, нет, да. Ореховые пасты, снова, ох, снова война. Отключилась. Снова отключилась. Ну ладно, значит, что-то у нее со связью. Да. Значит, у нее что-то со связью. В общем, девчонки, спасибо за участие. Встречаемся завтра в прямом эфире и продолжаем дарить вам подарки. Я хочу раскрасить эти серые будни за окном огромным количеством позитива, яркости и огромным количеством подарков. Вы знаете, я всегда очень сильно стараюсь делать свои конкурсы нереально крутыми. У вас есть еще 2 дня, чтобы принять участие. Подписывайтесь на моих друзей, и уже завтра в прямом эфире пусть этот подарок улетит вам. Люблю, обнимаю, до встречи завтра в прямом эфире. Пока-пока! Всем удачи, всем пока!